Смотрите в пятницу 15 декабря в 18:15 на телеканале «Самарагист» программу «Хочу домой» о бедных бездомных животных. Вы увидите видеовизитки о двух собаках и одной кошке, которым ищут хозяев. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Зачем собакам с генетически врожденным чувством страха защитный курс? Семинар от фигуранта-кинолога из города Владимира. И гость в студии, специалист по отлову собак по программе ОСВВ в Самаре, спасатель животных, флагман вет Андрей Нурматов. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самарагист» в пятницу 15 декабря в 18:15. Телеканал «Самарагист».